Добрый день, с вами на канале Гиперборей, Асем Пазбулмарниге, и я ее ведущая, журналист Асем Жапишева. В сентябре в Казахстане прошел фестиваль короткометражных фильмов «Байконур», на котором должны были показывать два фильма о январских событиях. Однако фильмы были запрещены к показу. Мы считаем, что фильмы должны увидеть зрители, поэтому показываем их на нашем канале. Сейчас вы увидите фильм «Аружан Досумхоже. Наше бремя». Фильм рассказывает об истории матери, потерявшей дочку во время январских событий. Істеп тұрай жолды ортасында тұрып ал. Кешіріңіз. Родители, потерявшие дочь. Ваш ребенок ожидает настройки информации. Медина? Родители, потерявшие дочь. Ваш ребенок Медина? Ожидает настройки информации. Медина? Здравствуйте. А где моя дочь? А ее только что отец забрал. Какой отец? У нее нет отца. Где моя дочь? Но он сказал, что он ее отец. Он был в зеленой кофте и в джинсах. Кажется, они вышли. Дура, что ли? Вы видели девочку в красном пальто? Нет. Поймите, это не пропажа, ее украли. Какой-то мужчина схватил ее за руку, я шла за ними, они повернули. Когда я добежала, пожалуйста, найдите мою дочь, найдите Медину, я вас очень прошу. Женщина, а вы в этом уверены? В смысле уверены? Я же вам говорю, я шла за ними, я бежала, они когда повернули, я добежала, а их там уже не было. Я вас прошу, найдите ее. Не сидите, пожалуйста, пойдемте вместе со мной, вместе поищем. Ладно, я вас очень прошу. Ладно, позвоним вам. Пожалуйста, я прошу вас. Ладно, ладно, мы вам позвоним. Вообще, нет, конечно, пойдем вместе. Вот, хорошо, я тут все написала. Хорошо, мы вас поймем. Там есть мой номер, вы позвоните, да? Да-да-да. Позвоните? Да-да-да. Я вас умоляю, найдите мою дочь, я вас очень прошу. Вы не видели эту девочку? Нет, нет, не видела. Девушка,
посмотрите, вы не видели эту девочку? Нет, нет, не видела. Ребята, вы не видели эту девочку? Нет. Кончил? Ее украли. Где ты? Возле супермаркета. Сейчас приеду. Хорошо. Ая, куда мы едем? Сейчас увидишь. Солнышко, я тебе кое-что покажу, хорошо? Сядем на кровать. Солнышко, я волнуюсь за тебя. Столько времени прошло, у тебя приступы до сих пор не проходят. Я его догнала. Ее подняла, это была не Медина, мама мою Медину украли. Что делаете? Идет дочь. За что я? За что? Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Протесты в Казахстане, начавшиеся 2 января 2022 года после внезапного для жителей страны повышения цен на газ, быстро переросли в вооруженные столкновения из-за подавления народа правительством. Спустя 8 месяцев все еще не оглашены сведения о ходе расследования. Известно лишь о том, что за те дни погибло более 200 человек, среди которых были и дети. Кто не сдастся, будет уничтожен. Эти события в народе были названы «Кровавый январь» Ханды Кандар. Блин, манағаты мен әбден шаршатты. Несінші рет келді өзі? Төртінші рет пе, бесінші рет пе? Мына елге обыл, жаныма жет. Неменегі жаныма жет? Сенің күнің емес қой? Қалай айтсам екен? Қалай айтсам, олай айт. Бар шай қойшы, шай шек. Дәрес. Вы не видели девочку в красном пальто? Благодарим за внимание. Вы смотрели фильм «Аружан Досумхожа. Наше бремя». Завтра мы будем показывать интервью с режиссером фильма. Если вам понравился фильм, обязательно оставляйте комментарии, ставьте лайки. Если вы хотите поддержать наш канал, наши реквизиты под этим видео. Благодарим за внимание и поддержку. Всего доброго!